Всем привет! Сегодня я хочу объявить о старте нового проекта у меня на канале. Я очень трепетно отношусь к этому проекту, потому что он имеет огромную актуальность среди молодых девушек, среди женщин любого возраста. В принципе, для меня это тоже очень актуальная проблема, а именно правильное питание, борьба с лишним весом и борьба с целлюлитом. Мне кажется, что сейчас это настолько какая-то актуальная тема, и столько людей пытаются найти информацию, как лучше похудеть, как быстрее похудеть, как сбросить вес, как избавиться от целлюлита, как правильно питаться и так далее и тому подобное. Я тоже неоднократно пыталась заниматься спортом, были у меня какие-то определенные результаты, но потом все-таки так происходило, что рано или поздно все равно забрасываешь. Рано или поздно говоришь, ай, ладно, там съем лишний раз Макдональдс или пойду покушаю там бургер или пиццу, и как-то оно все постепенно возвращается в прежнее русло, и в итоге вы не добиваетесь результата вообще или добиваетесь, но очень-очень маленьких каких-то результатов, забрасываете, или, может быть, вы даже добиваетесь результата, но потом в силу каких-то причин все равно возвращается тот же вес, возвращается тот же целлюлит. В последнее время меня эта тема крайне тревожит, потому что я уже столько лет пытаюсь перестроить свои привычки в питании, я пытаюсь как-то более правильно питаться, я пытаюсь избавиться от этого ненавистного целлюлита, который у меня уже, наверное, лет 10, наверное, как присутствует, но тем не менее не было еще ни разу вот за последние 10 лет, чтобы я посмотрела на себя в зеркало и сказала, да, вот это 100% вот то, что вот я бы хотела там видеть. И я думаю, что сейчас, конечно, многие могут подумать, да ладно, куда там тебе худеть, уже сиди и молчи, но на самом деле у каждого из нас ведь есть какое-то представление, есть какая-то картинка идеала у себя в голове, и даже если мне все окружающие говорят, что я потрясающе выгляжу, что у меня отличная фигура, что зачем мне заморачиваться, все равно я знаю для себя, что я хочу чего-то лучшего. И если уж быть совсем откровенной, то мне кажется, что я умею подбирать одежду так, чтобы, конечно, не подчеркивать свои недостатки, поэтому ни окружающие, ни мои зрители там на фотографиях, видео и так далее и тому подобное сильно не видят мои какие-то именно конкретные недостатки фигуры, поэтому создается такое впечатление, что у меня их как бы нет. Но на самом деле это неправда, и это главное, чтобы мне хотелось, чтобы в этом проекте было, это максимальная честность, потому что мне кажется, что я как блогер просто не имею права приукрашивать и выдавать все вот лучше, чем оно есть на самом деле. Я долго к этому шла, но я поняла, что блогеры, по сути, это обычные люди, и все начиналось с того, что вот как бы эти обычные люди делали видео у себя дома, как-то старались пробовать там косметику, какие-то новые там диеты, новые рецепты и так далее и тому подобное, и этим делились с миром, и это создавало такое как бы живое отношение между блогером и зрителем. Сейчас все больше и больше я наблюдаю, что YouTube уходит в профессиональный уровень, в этом как бы тоже нет ничего плохого, качество видео сильно улучшились за последние там, я не знаю, 5 лет, это просто не сравнить. Половина блогеров выглядит вообще сейчас как модели просто, по сравнению особенно с тем, что было, когда они начинали, и то, как они выглядят по прошествии стольких лет, это просто небо и земля, и в этом как бы нет ничего плохого, но в то же время нужно не забывать поднимать какие-то важные темы, не создавать какую-то идеальную картинку недостижимую, чтобы еще больше вызывать комплексы у обычных девчонок, которые также хотят хорошо выглядеть, которые также хотят похудеть, красиво краситься, я не знаю. И задача блогера, по крайней мере, так я именно себя расцениваю, это показать какой-то правильный пример и показать то, что это все достижимо. Я тоже обычный человек, который еще там 5 лет назад тоже кисть не умел держать в руках, а сейчас там создаю, например, какие-то красивые макияжи, и много комментариев приходит по поводу того, какой я профессионал, как я классно это делаю и так далее и тому подобное. То же самое касается сейчас моего
внутреннего мира, наверное, и моей внешности. Я хочу сейчас постараться приложить максимум усилий для того, чтобы действительно выглядеть хорошо, чувствовать себя хорошо и показать вам, зрителям, что на самом деле это не так сложно, потому что сейчас многие, наверное, подумали, ой, если сейчас будут опять рассказывать мне про какую-то очередную диету или про то, как надо правильно питаться одними салатами, я это как бы сразу выключаю, даже не хочу слушать. Но на самом деле я с вами полностью согласна, потому что я категорически против диет. Я уже об этом говорила в предыдущих своих видео, я никогда не сидела на диетах и... Ну, не буду зарекаться, конечно, но, скорее всего, на диетах я сидеть никогда не буду. Я не считаю их эффективными, я, наоборот, считаю, что они только вредят, потому что подвергают организм в огромный стресс, он не получает еду, не получает калорий, естественно, вы худеете, но в то же время ваш организм превращается, вернее, переходит в такой режим спячки, когда он старается как можно меньше потратить и как можно больше весь этот жир растянуть на определенное время. То есть он откровенно считает, что вы голодаете, что больше еды поступать не будет. То есть для того, чтобы прожить, ему нужно ваш вот запас жира растянуть на как можно больший промежуток времени. Именно из-за этого изначально вы начинаете худеть, а потом вес очень сильно плотно фиксируется и вообще практически не уходит. Даже при том, при всем, что вы кушаете очень мало. Это мое личное убеждение по поводу диет. И я сейчас говорю про диеты такие там... Выпил с утра полстакана кефира, в обед съел пол яблока, а на ужин выпил стакан холодной воды и лег спать. То есть вот я о таких диетах говорю. Ну, я, конечно, утрирую, но тем не менее, я думаю, вы меня понимаете. И я всегда говорила о том, что если вы хотите похудеть, вам нужно перестраивать свои привычки. Вам нужно перестраивать привычки в жизни своей, вам нужно перестраивать привычки питания, вам нужно... Реально немножко заморочиться сначала, но если все-таки это сделать, то можно достигнуть желаемых результатов и при этом, ну, как-то слишком сильно чего-то там не делать. Потому что я сейчас смотрю на разных фэшн-блогеров, на разных моделей, вот я читаю там с ними интервью, смотрю там фотографии, да, как они там в ресторанах, у них на столе куча еды. Они нормально питаются, они могут себе позволить что-то скушать лишнее, и при этом у них идеальное тело. И я задумалась об этом и поняла для себя, что я тоже этого хочу. Я хочу перестроить свои привычки питания. Это моя самая главная цель этого проекта – перестроить привычки питания, максимально правильно питаться. Я не говорю о диетах, я говорю именно о правильном питании. Возможно, сначала мне придется себя в чем-то урезать, для того, чтобы действительно мой организм немножко понял, что вот этого он уже получать не будет, но зато он получает что-то другое, и это что-то другое будет более полезным. Поэтому самая моя главная цель в этом проекте – это перестроить привычки питания. Сейчас из-за того, что у меня просто бешеный ритм жизни, я питалась... Ну, так, чтобы не соврать, полтора раза в день. То есть с утра я могла съесть какой-то маленький бутербродик, в обед я вообще ничего не ела, я пила кофе, там, может, с какой-то там, с круассанчиком каким-нибудь, и на ужин я уже делала какой-то полноценный ужин, либо мы шли куда-то в заведение, куда-то я там ужинала, либо дома, ну, как бы тоже полноценный ужин, который состоит из мяса, какого-то гарнира, там, возможно, салата. И вот таким образом я питалась последние 4 месяца, и у меня результат за последние 4 месяца это плюс 4 килограмма. То есть реально за лето плюс вот сейчас сентябрь я набрала 4 килограмма, это грубо говоря 1 килограмм в месяц. И при этом я очень мало ела. Вот реально я очень мало ела, то есть полтора раза в день я ела, если посчитать калории, там абсолютно немного будет калорий, то есть я сомневаюсь, что калорийность превышала там суточную норму, да, человеческую, обычного человека, который не имеет там супер каких-то мега нагрузок физических. И я поняла, что мне срочно надо что-то менять. Я искренне верю в то, что если ты действительно чего-то хочешь, то Вселенная посылает тебе какие-то возможности. Если ты за них хватаешься, у тебя есть шанс действительно добиться того, чего ты действительно очень сильно хочешь. И в моем случае это случилось именно так. У меня появилась возможность работать с диетологом и массажистом.
продукты. В течение 3 месяцев я буду заниматься с девочкой-диетологом, которая не просто будет говорить мне, что кушать, что не кушать, то есть какие-то давать мне советы, но она также занимается мотивацией, корректирует диету, если это нужно, наставляет, то есть делает все возможное, чтобы вы добились своей цели. Если у вас, например, не получается по какой-то причине добиться нужной цели, например, там сбросить вес, опять-таки вы с ней корректируете вашу диету, разбираете, что вы не так делаете, что нужно добавить, что нужно убрать. И мне кажется, что это именно то, что кардинально отличает конкретно вот этот проект от любого другого такого самостоятельного, потому что здесь все, что я буду делать, будет основано на рекомендациях человека, который имеет медицинское образование, который имеет опыт в этой сфере. И так как все, что я делала до этого, в принципе, никуда меня не привело, я хочу отдаться как бы полностью в ее руки, посмотреть, что будет, вот если я доверюсь ей. Также с этой девочкой я пройду курс антицеллюлитного массажа, и я очень надеюсь, что все это в комплексе поможет мне наконец-то достичь того результата, о котором я мечтала последние 10 лет. И если вы сейчас смотрите это видео, и я вас еще не убедила, вы уверены в том, что у вас на это не будет времени, что это вам не подойдет и так далее и тому подобное, то я вас хочу остановить сразу вот здесь вот и сейчас. Это абсолютно не важно, какая у вас степень занятости. Поверьте, вы не единственная женщина в этом мире, у кого есть ребенок, у кого есть муж, у кого есть дом, который надо убирать, еда, которую нужно готовить, работа, на которую нужно ходить. Вы не единственная женщина на земле, которая имеет все эти проблемы. Но в то же время я знаю массу примеров женщин, которые выглядят феноменально просто, и при этом они совмещают как карьеру, так и детей, так и заботы какие-то по дому, так и внимание уделяют мужу. Это все возможно, и в этом проекте, вот я сейчас вот только-только начала этим всем заниматься, и я понимаю, что на самом деле не столько много нужно времени этому посвятить, как просто вот чуть-чуть заморочиться и чуть-чуть перестроить где-то какие-то моменты, чуть-чуть подкорректировать, чуть-чуть передвинуть одно, поменять местами с другим. И вы увидите, я надеюсь, что вы увидите, что это не так сложно. Я в свою очередь хочу пообещать вам, что я буду максимально честной, я буду показывать реальные результаты, я буду показывать реальные до и после, я не буду привирать, там, рассказывать, что ой, на самом деле я там съела 3 пиццы, запила это все пивом и вот похудела на 10 килограмм. Нет, это неправда, это нереально, и я заведомо не хочу, чтобы вы ставили себе нереальные цели. Если вы поставите себе нереальную цель, вы только разочаруетесь, и, скорее всего, вам будет труднее в следующий раз опять-таки попытаться хотя бы к этой цели прийти. Поэтому не ставьте нереальных целей, давайте вместе пройдем этот путь. Возможно, если вы сейчас смотрите это видео и уже долго задумывались о том, чтобы начать правильно питаться, избавиться от целлюлита, избавиться от лишнего веса, возможно, это ваша возможность, это то, что вам Вселенная сейчас послала, прислушаться, посмотреть на мои результаты, посмотреть на советы, сделать свои выводы, возможно, тоже начать работать с диетологом, с массажистом. Кстати говоря, контакты той девочки, с которой я буду работать, ее, кстати, зовут Анастасия, я обязательно оставлю внизу, потому что все, что она мне советовала, и вот сколько мы с ней не говорили, я не вижу каких-то там, я не знаю, идиотских советов, каких-то слишком невыполнимых заданий. То есть все очень просто и логично, все, что я в принципе знала, но что мне вот разложили по полочкам и сказали, вот как правильно сделать. Поэтому, если вас интересует тоже работа с диетологом, то я оставлю ее ссылку ВКонтакте внизу, вы можете с ней поговорить, она работает также удаленно, то есть независимо от того, где вы находитесь, диету она может вам прописать и вас вести тоже на протяжении 3 месяцев с этой диетой, консультировать ВКонтакте, консультировать в Скайпе, я не знаю, там, как угодно, в принципе, как вам будет удобно. И напоследок еще хочу сказать, как я планирую делать эти видео. Я думаю, что это будет такой вот влоговый проект, который будет выходить каждый понедельник, и каждый понедельник вы будете видеть мой отчет за предыдущую неделю.
То есть я каждый день буду записывать какие-то маленькие ролики, что я делала, как я себя чувствовала при этом, хотелось ли мне кушать, хотелось ли мне, там, я не знаю, залезть на стену, где я, может, согрешила, где я что-то сделала там плохое, мои результаты, мой вес, то, как я выгляжу, скажем так, там всякие до, после, то есть вы это все увидите. И я надеюсь, что этот проект вас вдохновит, что вы поймете тоже, что все реально, независимо от того, какой степень загрузки у вас по жизни. Поэтому давайте приступать уже сегодня, и я вас увижу в следующий понедельник с первыми своими отчетами.